Приветствую всех на канале «Инструменты из Китая». Сегодня пришли мне очередные рабочие перчатки антиударные, устойчивые к порезам, антивибрационные, устойчивые к истиранию, к царапинам, маслостойкие со стороны ладони. По-моему, все ясно, что тут еще добавить. Амортизация на спине перчаток защищает вашу руку от боли при долгой работе и тяжелой нагрузке. Очень мягкие, эластичные и дышащие. Хорошая вентиляция. В общем, перчатки отличные. Тем более за свою цену это гораздо лучше, чем какие-либо обычные перчатки. Подойдут для работы в стали промышленной, отрасли в строительстве, в электромонтаже. Я занимаюсь электромонтажными работами. Пару раз я сильно резал руку ножом через обычную перчатку. Если бы в этот момент на мне были такие инновационные перчатки, антипорезные, противоударные, то ранения бы не было. То есть они очень крепкие. Проткнуть, ну, конечно, проткнуть можно, но это примерно как по прочности, наверное, как краги сварочные. Болгарка резал пальцы. Болгаркой резал руку, молотком, плоскогубцами ушибы получал, ободки железные резался, кабелем придавливал, тросом протыкал, пальцы. Где были эти чудо-перчатки в то время? В общем, всем рекомендую, такого не купишь в обычном магазине, только на Алиэкспресс. Испытывать в прямом эфире сильно тут нечего, уже проверено. То есть антиударные они в чем? То, что специальные подушечки на более подверженных поражению местах. То есть при ударе мы получаем как бы при ударе не пружинит. То есть, например, даже когда забивали. То есть при работе с молотком тоже могут помочь. Заказать перчатки можно по ссылке в описании под видео. Я заказываю товары на Алиэкспресс уже не один год. Проблем не было ни разу. Товары хорошего качества. Рекомендую только качественные, толковые вещи вообще. Вообще рекомендую только качественные, толковые вещи, проверенные. Поэтому подписываемся на канал, делимся эти видео с другими, заказываем смело, ссылка в описании. Успехов в работе!